Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-пуки. Опа. Так, прекрасно. Где мой дом? Царствие мое где? Вот оно, смотря. Да? Я шел тогда искать то, что мне выпало, помнишь? Я потерял, блин. Там столько дропа было, блин. Ну ладно. Пойду-ка я посмотрю, что у меня есть. Так, таблички косаря, входные вот эти, да. Это косаревые таблички. Далее, табличный домик вот сюда. Здесь таблички, ну, тут разные цены. По десятке, по пятерке. Минимальная цена на табличку 1000. Да, действительно, вот только начался, и ничего не меняется. Не меняется моя любовь к вам, мои любимые зяблы. Все так же сильно и даже сильнее я люблю вас. Все так же и даже сильнее я люблю Юсика. А Ольку и других? Их тоже люблю, но Юсика у меня она... Как кто? Не скажу. Как кто? Заткнись. Потому что я сейчас в ад, ну не пойду уже. Да. Знаешь почему? Потому что я сейчас в ад не пойду. Потому что в аду там, ну, мне сейчас не рады. У меня нету ничего ингредиентов. Угу. Вот таблички, пожалуйста, 3000-ники, 2000-ники, все есть. Да. Уголек нужен мне сейчас факела сделать. Факелы нужны всегда. Да я пойду алмазы поколочу, потому что мне алмазы нужны. Вот, смотря. Ебать, какого хуя? Это пиздец. Найс скин, чел. Чего? Ебать. Тут где-то, короче, значит, пещера. Раз тут бомбермены, понял, крипы, я сейчас, походу, до большой, ну, пещеры докопаюсь. Я, кстати, смотрел, там можно на сайте как-то скины самому менять. Надо будет расшарить. О, Яша. Яшку слышите? Яша. В смысле, дом снесли? Ты что, дурак? Опа! Ротики все. Смотря. Знаешь сколько? 16. Хочешь? 16 алмазов на ваши предлы, челы. Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по CS2 — Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Я просто алмаза притягатель. У меня алмазов как говна в жопе засохшего. Это реально просто must bro.
Смотри, у человека было сколько? У меня сейчас больше 20 алмазов. Я Валера глубоководный. То есть погонял у меня водник. Чел покоряет подводное царствие. Ой, блядь, там кто-то страшненький ходит, сука. Ой, меня сейчас выйдут, сука. Серег. Если он сейчас придет, то я возьму в ротик. Привет, долбоёб. Ой. Привет, ебанько. Опять Яшка. Ну все, это уже конец, типа нижнеходка. Ну, типа Нижневартовск получается. Ну да, это верхолазочный материал, по сути. Это уже все типа ниже некуда, да, по-моему? Да, вон уже малахит, смотря. Там уже все камень и алмаз. Видишь, там малахитная идея. Да. Это уже Нижневартовск. По сути, нижняходка. Кто чарит нормальную сложность, чел? Ничего, что мне максимально, типа, сложность, чел. Дорога, 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 то радость в пути, то печаль. Простые залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Итак, количество алмазов у меня сейчас без практика. 30 штук ровно, чувак. Смотря. У такую, смотря, с 20 лет, 6, 7, 8, смотря. 19, да. Угу. Алмазный меч, да. Угу. Так, потомочки, смотря. Ботинки. Угу. Нет. Да. Нет, не Зивина. Точно. Шесть. Сдавайся уже. 7. Все прекрасно понимают, что ты слишком туп для этой игры. Да? А ты, девочка? У меня фулл сет, чувак. Дедуль, Twitch TV делает такие нарезки, где ты выглядишь совсем неумелым в играх. Зачем ты ему это позволяешь? Время на бизнес-секреты будут выходить здесь. Совет номер один. Чем ходить и побираться и просить деньги, лучше укради. Не, ну тут по факту. Так, все, у меня теперь нормальная одежда. Смотря, я остался один алмаз, я сделал меч и кирку алмазную новую. Ебать ты крутой чувак. Не, ну согласись, я алмазный мальчик сегодня, смотря. Угу. Да, смотря. Смотри, алмазный чел смотрит на неалмазного челов, как на кал. Просто смотри, чел в алмазе смотрит на чела не в алмазе, как на каловую массу, смотря. Да. Ну все, теперь я антиубивашка. Ну да, по сути, я теперь главный здесь. Ну как бы один из сильнейших. Ну типа вообще антиубивательный чувак. Я малахитовую стержень буду ставить. Чтобы было видно мой домик издалека. Мистер Пуки проснулся. Пуки. Все, этот стержень будет видно издалека, и я всегда найду дорогу обратно. Это такой некий маячок души моей. Он всегда будет там, где меня по-настоящему любят и ждут. Угу. Моментов встречал. Минуты молчания, секунды, дни, не сгорел бы огонь нашей любви. Тихая ночь, темная комната, я как будто с тобой, но сейчас мы одни. Тяжело, не пойму, что происходит у нас. Так знакомы давно, и звучит грустный вальс. Там грустно в душе, не пойму, что убивает сейчас. Да. И до рассвета появится солнце, но потухнет моя сигарета, кружка, кофе, тишина.
10 лет прошло, тебе за них спасибо. Дальше быть вместе нам невыносимо. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой по грустный вальс. 10 лет прошло, тебе за них спасибо. Дальше быть вместе нам невыносимо. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой по грустный вальс. Мы взрослые люди, все сможем решить. Уходя, уходи, но не надо уходя, спешить. Уходи, уходи, но прошло, не надо спешить, тебе зая. За них спасибо. Дальше быть вместе нам невыносимо. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой по грустный вальс. 10 лет прошло, тебе за них спасибо. Дальше быть вместе нам невыносимо. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой. Жас, чувак. Просмотр данного стрима приравнивается к получению повестки. Вам нужно до завтрашнего дня явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Кого, и вы получите бан. Не понял. Повторите. Я отходил, просто не услышал. А-а-а. Смотри. Да. Ой. Сереж, ты что ли? Ой. Да. Блядь. Да. Да. Блять, бомбермен, мама. Пизда. Где? Чё за нах? Сверху, что ли? Да. Ну вот это бассейн прикольный будет. Ну а чё? Вот смотри, бассейн. Это чё? Это чё бы? Ой. Хули он ну, типа нападает. Смотря. Сейчас я вылью. Мне надо просто сюда набрать. Ну. Во. И сейчас я бассейн сделаю. Смотрите, теперь мое здание видно вообще везде. Вот такая моя штучка. Ну, на доме шпиль такой. Теперь точно мину, я никогда не потеряюсь. Сейчас бассейн сделаю тут. Ну чё, тёлочка? Кто ко мне заюши? Чел на чилинге дриблинге. Включи сложность, пиздец. У меня какая стоит? Нормально? Сложно. Окей, ну попробуй. Олька всех девочек, которые конкурентки, типа в сексе там и все такое, пытается типа переманить на свою сторону, чтобы потом узнавать информацию об общении, типа, как бы, это пиздец. Тихо! Итак, подарок подарили. Вот такую машинку подарили, чел. Yeah.
нахуй ты это делаешь? Просто мне интересно, ты, блядь, можешь не сильно развернуто не отвечать, но просто так ответь, нахуй. Да хуй его знает. Мне нужно найти сейчас стержни. Да. Знаешь, что общего между подкаблучником и государственным бюджетом? Все просто. Их постоянно пилят. Куда идти? Вот есть как-то ориентиры какие-то, я не знаю. Я не понимаю, как мне ориентироваться, куда мне идти, чел? Что-то я не понял. Чё, блядь? В смысле? Я чё, просто круг сделал и пришёл обратно? Я чё, дебил? Нахуй я, сука, всё это огородил? Для того, чтобы прийти домой или что? Я не знаю, куда идти, объясните мне. Объясните, куда чел уйти. Я когда проходил давно Майнкрафт, там по-другому было. По-моему, вон он, замок, пацаки. По-моему, вот то похоже на замок. Мне надо напить этих сталактитов. Давай не будем вот это хуйня заниматься. Уйди нахуй, пока не убил, дурак. Я пожелаю робоцыпа. Да. Чё тикаем, женщина? Хочу туда переползку сделать, чувак. Анальная дисфункция. Контрацептивы используешь? Иди нахуй. Извини. Контрацептивы используешь? У нее двое детей. Старшему 14, младшему 11. Уже 5 лет не курит, не пьет. Было в ребухе. Употребляла практически все. 33 года. Или около того. Одиночка. Болит спина. Что делать? Она одна. Извините, товарищ. Что это за испытание? Горящий тур, чел. Что это было за испытание? Горящий тур. Ой, блядь. Ты самурай или что, ебануко? Ты самурай? Слышь, псина, куда ты идешь? Я замок ищу. Ну иди к Юсику, понял? Блять.
злой. Вот и все. Я ухожу из твоей жизни. Лишь только плачет за окном холодный ветер января. Так тебе, так тебе, так тебе, умри. Блять, Яша, мама, Яша, блять, сука, Сереж, Яш, Яша, мама, Яша убил! Иди ты нахуй!